Истец предъявляет иск о признании ответчика недостойным наследником. Ответчик иск не признает. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, дело в том, что несколько месяцев назад я лишилась своего мужа. Мишенька погиб при совершенно ужасных обстоятельствах. Его на охоте застрелил собственный сын. Артем, сын Михаила от первого брака. Дело в том, что ты такое говоришь? Если бы я бы убил своего отца, меня бы здесь не было. Я бы уже сидел в тюрьме. Помолчи. Ответь. Дело в том, что Артем не мог простить своему отцу, что тот ушел от их матери. 3 года назад Михаил развелся с первой женой. И мы с ним поженились, оформили свои отношения. Угу. Теперь давайте вернемся к событиям. Вы сказали, на охоте произошло. Да, да, это да. Это был несчастный случай? Или вы считаете, что это были умышленные действия? Я считаю, что это были умышленные действия. Было ли возбуждено уголовное дело? Да, но, к сожалению, суд признал, что это был... То есть был суд, суд имеется был... приговор. Да. Признан виновным ответчик в совершении убийства? Было признано, что это было совершение убийства по неосторожности. У вас имеется приговор? Да, у меня есть все копия документы. Копия приговора? Да, да. Пожалуйста, да. Передайте. Я еще на суде пыталась доказать, что это неправда, но мать Артема... Но тем не менее, по приговору суда... Она всех подкупила, меня никто не слушал. Возбуждено ли уголовное дело за дачу взятки? Нет. Тогда о чем вы мне сейчас говорите? Вот-вот, врет постоянно, ваша честь. Вы требуете признать ответчика недостойным наследником? Да, я требую признать ответчика недостойным наследником. Ваше отношение к иску. Я этот иск, ваша честь, категорически не признаю. У меня с детства с отцом были нормальные, хорошие отношения. У нас была нормальная семья, родители любили друг друга, но в 14 лет отец решил уйти из семьи, вот к этой вот женщине. И ты не смог ему этого простить? Он подходит ко мне и говорит, мол, послушай, я тут встретил женщину своей мечты, такое бывает, прошу, пойми меня. Но мне было 14 лет, что я подумал? Отец предатель, соответственно, он нас покинул. Предал, ушел из семьи просто, сделал больно мне и маме. Конечно, я перестал с ним общаться. Но потом уже годы шли, я взрослел, как-то попытался понять отца, попытался сам наладить с ним отношения. Скажите, пожалуйста, вот давайте все-таки по поводу случая этого, который произошел на охоте. Действительно, вы застрелили своего отца? Ваша честь, мне очень сложно это вспоминать. Меня до сих пор мучает это... В кошмарах, во сне. Вы знаете, ну как же так получилось? Мы с отцом пошли на охоту. Он вообще любил охотиться, а я как-то далек был от этого. Ну, хотел меня вот научить уже, видимо, я взрослый был, подумал. Мы пошли, там был еще его друг, дядя Витя. Соответственно, я в этих ружьях, я вообще в них не разбираюсь, как бы, никогда даже в руках не держал толком. Отец мне стал все это показывать, стоял рядом. Я думал, что он рядом, а он как-то потом в кустах оказался. Я взял ружье, прицелился, думал, там никого нету, произошел выстрел. Оказалось, что это ружье дяди Вити, и он уже зарядил его, в общем. Да врешь ты, все. Теперь устраиваешь. Слушай, здесь ну ссылку, давай ты помолчи сейчас хотя бы. Отец. Второе замечание. Ваша честь, он прилюдно говорил, что он желает смерти отца. Он на юбилее громко кричал, что он желает ему... Доказательство суду, представьте. У меня есть свидетели, все, кто был на юбилее, они слышали, как он это кричал. Заявлен свидетель со стороны истца, правильно я понимаю? С вашей стороны заявлен свидетель? Нет, с моей стороны не заявлен. Тогда о чем вы мне говорите? О каком свидетеле? Которого нет? С вашей стороны заявлен свидетель? Да, моя мама. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Я Куликова Светлана Анатольевна. Что вы можете пояснить суду по поводу иска? Мой мальчик, он ни в чем не виноват. Они с отцом очень друг друга любили. И ни одна мразь не могла этой любви помешать, несмотря ни на что. Ирина, она настаивала, чтобы Миша не виделся с сыном, чтобы забыл про него. Она прям звонила мне, обрывала телефон и просила не лезть
просила, чтобы мы не лезли в ее семью, понимаете? А Миша, он мальчика не забывал. Он и деньги переводил ежемесячно, и покупал там какие-то необходимые вещи, технику. Ее это все бесило. То есть вы хотите сказать, что между отцом и ответчиком были хорошие отношения? Это правда. Постоянно пыталась их стравить. Я сама хотела, чтобы они общались. Потому что сын нужен отец. Что он ненавидит отца. Это с твоей подачи все было. Что ты теперь? Вы же знаете, что это неправда. Ну что вы врете? Это все правда. А кто влез в нашу семью? Кто увел у меня мужа? Свидетель, вы в суд зачем пришли? Она обманом увела у меня мужа, понимаете? Она сказала, что она беременна. А потом через месяц после регистрации эта беременность куда-то рассосалась. Она потом пыталась очень быстро это все восполнить, опять залететь, только у нее не получалось ничего. И вот то, что вот выкидыш у нее случился, это лишнее доказательство того, что она в жизни Миши была большой. Да существует спор, что меня можете мужа и сына пояснить? Лишили. А ты у меня увела мужа. Вы мне семью разрушили. А моего сына хотела в тюрьму посадить. Но суд правда на моей стороне. Для вынесения решения. Ответчик, порядок. В зале суда. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о признании недостойным наследником оставить без удовлетворения. В судебное заседание представлена копия приговора, заверенная копия приговора суда, согласно которому ответчик признан виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно причинение смерти по неосторожности. То есть это не были умышленные действия, и данные обстоятельства подтверждаются вступившим в законную силу приговором суда. Суд разъясняет сторонам, что свидетельство о праве собственности в порядке наследования по закону на имущество умершего в равных долях, если в наследственном имуществе нет супружеской доли истцы, будет ими получено у нотариуса, когда вы обратитесь в нотариальную контору с заявлениями о принятии наследства. Эти действия также предусмотрены статьями 1142, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 1141, часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Понятно? Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Интересная получается история. То есть он отца убил, от ответственности отмазался, в суде его оправдали, а теперь еще и наследство получит. Замечательно получается. Где справедливость? Честно говоря, я не знаю, как после решения суда мы с ней будем делить наследство отца, но уж точно после этого никаких отношений не видеть этого человека я больше не хочу.